Губернатор Олег Кожемяка проинспектировал строительство домов для переселения из аварийного фонда и социальной инфраструктуры к ним во время рабочей поездки в Уссурийск. Новые квартиры с чистовой отделкой сдадут уже в этом году. В городе строятся 5 домов. Также в Уссурийске решаются проблемы обманутых дольщиков. В доме на улице Крестьянской 106 семей должны справить новоселье уже в сентябре. Администрация города комплексно подходит к жилищному строительству, развивая параллельно социальную инфраструктуру. Здесь, наверное, ведется одно из самых больших программ по переселению именно в новое жилье. Также Владивосток это ведет, это не приобретение жилья на вторичном рынке, поэтому строятся дома на улице Зеленского, Приморского, Октябрьской, Плантационной здесь. Различные графики строительства работ, где-то кто-то ведется в начале сентября, кто-то ведется в конце октября, поэтому наш контроль за этой стройкой обязательно должен быть. Возникают различные вопросы у подрядчиков, и необходимо их оперативно решать. Ну, я хочу сказать, что администрация города Уссурийска здесь работает очень слаженно с подрядчиками, работает их УКС. Вот, вовремя решаются все вопросы, потому что здесь только благодаря строительству этих домов будет оставаться порядка 35 тысяч квадратных метров жилья, 611 квартир, это 1029 человек получат ключи от новых квартир. Различный состав семей, есть 4-комнатные, 5-комнатные. Вот. Но это большой очень шаг по переселению из ветхого аварийного, и люди переедут как раз в летний, осенний период в эти квартиры. Также здесь параллельно строится школа на 1200 мест, что даст само по себе возможность непосредственно детей обучать уже в новой школе, она сдастся в 2024 году. Ну и строится один садик, второй садик будет строиться рядом там со школой. Поэтому Уссурийск здесь решает вопросы не только строительства жилья, но и строительства социальных объектов.